Всем привет! Кто меня смотрит и кому это будет интересно? А я в этом видео хочу запечатлеть второй год жизни катасетум из кейки. Это мой тот прыщик, та зефиринка, которую я выращиваю из кейков. У меня есть целый, кто не в курсе, да, кто смотрел, кто помнит, а кто не в курсе, я вставлю в описании под видео на плейлист ссылку, где именно вот как я их посадила, когда они были совсем маленькими, как потом рассаживала, их было два, один уже уехал, и в каком-то из видео, там же в плейлисте есть, я показывала, который живет уже у другой хозяйки, это тот, который остался у меня, и я хотела его недавно пересадить, ну как, наверное, месяц назад, думаю, горшочек нужен побольше, уже ж мы не такая детка маленькая. А тут столько корней уже у него опять. Он стоит у меня, висит вернее, вот в таком горшочке. И там почти постоянно сейчас вода испаряется. Он висит наверху под солнцем. Почти постоянно испаряется. Ага, упала кусочек. Это я в прошлом году его как пересадила. Так он тут и растет. И хотела ему более поглубже горшочек, высотой побольше. Но уже поздно. Эти корни не хочется обрезать, но на следующий год придется пересаживать. Я так думаю, что эта бульба, этот новый рост, он намного уже больше, крепче видно, сколько листьев. А вот это тот прыщик, который у меня умещался на руке. И как раз вот фото, когда я их только рассаживала. Я не знаю, это... Именно эта бульбочка или другая была. И вот был у него, как положено, период покоя. Зимой, весной начал он расти. Хоть и дитё, но соблюдал свой режим. Я думала, что на это дитё вообще не выживет. Потому что... Тут видно вот у основания черненькое, его поела тут то ли слизень, то ли улитка, наверное, слизень, скорее всего. И я думала, что роста уже не будет, а он дал с другой стороны. Причем он давал еще где-то тут было. Но он собственными корнями и придушил второй рост, было два роста. Ой, еще новые корни растут, и боковые растут. И тут у него много корней. А это уже новая бульба с такими корнями. Поливаю, кормлю. Солнце у нас в этом году плохо, дефицит. Пасмурно, дожди чаще, не так, как было в прошлом году. Но уже заметно видно, что новый рост намного крупнее. Может быть... Четвертой бульбой зацветет, это получается. Прыщик этот был первый. Это вторая. Какая будет третья, не знаю. Так интересно, зацветет или не зацветет. Честно, если не помню, это какой катасетум. Я его покупала на выставке в Эквадоре. И что-то я уже не помню, что там случилось. Надо самой пересмотреть видео. Вот хорошо делать видео. А, я хотела его посадить, я обломала сама росты. И он потом дал кейки. И вот это уже из кейков. Это выросло. Помню, что желтые цветочки, а что не помню. Вот такая лялька уже большая. Классная. И хочу для себя еще отметить, чтобы запомнить другой мой катасетум. Не катасетум, а цикноды. Сейчас его сюда поставлю, тоже рядышком. Это мой красотун, мой ароматный зеленогубый. Тоже вставлю ссылку на последнее его видео в описании. И вообще вставлю ссылку мои катасетумы, там все о поливе. Как поливать во время роста, как поливать во время периода покоя, какой период покоя, пересадки, субстрат и все остальное. Кому интересно, можно посмотреть. Есть у меня видео о посадке вот в эту систему.
И так я его оставила, хотела пересадить, не стала пересаживать уже, начал он опять расти. Хотя вот эти бортики, если садить в такую систему, это из пластиковых бутылок, вот эти бортики как-то надо смягчать чем-то. То есть я хотела паяльником, но уже не буду. Ну, новую хотела сделать, паяльником сделать более мягкую, потому что он у меня в прошлом году чуть не покончил жизнь самоубийством. Когда наклонился, вот я уже эту бульбу подвязала, а так он наклонился, у него тут где-то было такое место. Вот, наверное. В общем, я не помню. А он же тяжелая, бульба тяжелая, то мог бы и просто разделиться на две части, эта бульба. Хотела я так ровную бульбу, согнулась у меня и эта бульба. Но не буду пока ее убирать. Хотя в прошлом году я где-то в такое время тоже убрала старую бульбу, и молодой рос сам. Не, постарше он был. Из-за того, что бульба кривая, ну и опять кривая получилась. И что я хотела отметить именно с этим? Значит, он у меня в этом году, прошлый год, то есть я имею в виду этот вегетативный его сезон, рос без подсветки, без всяких дополнительных освещений на подоконнике в ванной. В общем, тот световой короткий день, который был зимой, в это время он уже отращивал цветонос, и там же он зацвел. И листья сохранялись у него до того времени, пока не начала расти вот это новое дитё. То есть он листья начал сбрасывать, когда появился рост. А мое цветение до этого, то есть его цветение до этого, листья он цвел уже с лысым, некрасивым. Конечно, цветение с листьями намного красивее. Ну, в общем, кому интересно, заходите, смотрите видео. А я для себя сделала отметочки. Малька этого тоже отметила. Аж не верится, такой прыщик был. И, как всегда, всем хорошего настроения, удачи всегда и везде. Пока-пока.